Полицейские задержали мяча, который продал мебель, бытовую технику из съемной квартиры за шкаф, пылесос, телевизор и стиральную машину. Молодой человек выручил 23 тысячи рублей. Он также признался еще в нескольких преступлениях. Квартиру, из которой он вынес вещи, он сдал еще раз мужчине из Сидельниковского района за 10 тысяч рублей. Через несколько дней появился настоящий хозяин жилплощади, и он обратился в полицию. Уже после задержания подозреваемый рассказал и о том, что обманывал доверчивых школьников. Под предлогом продажи смартфона он требовал предоплату 3 тысячи рублей и больше не выходил с ними на связь. А рабочим из-за границы предлагал временную регистрацию. За документы просил 10 тысяч рублей.